Все, так начинается мой хайк. Пока силы есть, настроение отличное. Посмотрим, что будет в конце. Мы выбрали и идем сейчас по Buck Mountain Trail, у которого очень хороший рейтинг в интернете. Это 7-мильная дорога средней сложности. 1 миля – это 1,6 километра. Мы прошли этот путь за 4 часа, с учетом того, что на вершине отдыхали около получаса. Добрались! Ух! Теперь обратно. Столько же. My God. Хайкать, то есть ходить по лесу, по горам, здесь приятно. Везде есть специальные дорожки, указатели и даже туалеты. Ребята, сил просто нет. Вода, честно говоря, закончилась. На обратный путь не хватит. Здесь божественно красиво. Короче, ребята, у меня нет дрона, как у всех таких крутых блогеров-путешественников. Зато я могу сама подняться на вершину и снять потрясающие виды для вас. Подписывайтесь на мой канал, я вас люблю. День 2. Экстремальный спорт. Вчера я повредила ногу, прошла 15 километров в горы. Сегодня нагрузка на руки. Волны здесь, кстати, нехилые. Вода еще холодная, поэтому купаться мне не хочется, но я все уже промок. Теперь раз, два, три, взяла каяки. Первый, вот где я сижу, там сидит самый слабый. Пойдем сейчас катаемся. Сзади меня сидит товарищ, который помогает нам быстрее двигаться. В принципе, это интересно. Мне нравится. Главное, никому не бриться. Лейк Джордж считается королевой американских озер, и дома здесь стоят от 250 тысяч до 5 миллионов долларов. Как правило, люди приезжают сюда на лето. Также хороший вариант снять домик на месяц за 2,5 тысячи долларов. Летом здесь весело, можно ходить на хайк, пляж, брать лодки, каяки и другие водные развлечения. Место мне напоминает итальянское озеро Комо. Не зря здесь живет большая итальянская комьюнити. Это весело и страшно. Возвращаемся в Марину на Марине, я бы сказала. Раз, два, три, четыре, два, четыре. Ну все, я могу одна, если честно. Ребята, это было очень круто. Мне безумно понравилось, правда. Я вся мокрая, все штаны, шорты точнее. Теперь буду ходить без них. Без штанов осталось. Обещали утром дождь, но мы не испугались, поэтому мы на лодке, и сейчас погода распогодивается. Мы находимся на Лейк Джордж, и сзади меня находится роскошный отель Сагмор. Комната в таком отеле стоит обычно 350 долларов за ночь, ну плюс-минус в зависимости от сезона и скидок для нью-йоркцев. Во время карнавала.
оазис House Landing Marina, поэтому надо надеть масочку и выходим гулять. В этом месте можно заправиться, сходить в туалет и заглянуть в магазин. Здесь продают пиво, всякие снеки, айскрим. Но, в принципе, здесь делать нечего, поэтому мы здесь долго не задержимся и отправимся дальше, в морской путь. Сделали еще одну остановку, чтобы пообедать. Сядете? Я вот заберусь на эту самую. Давайте, садитесь. Шикарный вид. Приятного аппетита! Чиз! Так, все. Нет, все-таки жизнь удалась. Друзья, находимся в Саратога Спрингс. Здесь проживает около 27 тысяч человек. Симпатичный город, в котором каждое лето проходят лошадиные скачки. А также здесь очень много спа, потому что эта территория богата своими минеральными водами. Еще один источник, которому дается подойти, я понюхаю, если честно, пахнет какой-то водой из туалета. Это не очень. Потрясающее вкусное итальянское мороженое. Решила поддержать местный бизнес Саратога Спрингс. Жалко, что здесь так мало туристов. Надеюсь, что скоро можно будет сюда всем приезжать и свободно гулять. Какие здесь красивые шляпки. Я думаю, они продают для дам, которые сюда приезжают на лошадиные скачки каждое лето. Еще здесь понравилось бы моей маме, потому что моя мама шляпница. Ладно, закрыто, так что пойдем дальше. Сейчас мы с вами прогуливаемся по главной улице этого города. Здесь симпатичные отели, рестораны, магазины. Все, как и должно быть в курортном городе. Завернули за угол на Вашингтон-стрит. И здесь такие красивые церквушечки. Вообще, в каждом городе есть Вашингтон-стрит. Знаете, как я это узнала? Когда я первый раз приехала в Америку, мне было 19 лет, на Кейп-Код. Я не знала, где я буду жить еще, но в аэропорту должна была ответить. И, ну, быстро, в течение, не знаю, 10 секунд сообразила и ляпнула. И говорю, ну, наверное, на Вашингтон-стрит. Это было в аэропорту Бостона. И потом я загуглила и поняла, что Вашингтон-стрит есть в каждом городе. Я не ошиблась, мне поверили. И сейчас вот мы с вами в Саратога Спрингс на Вашингтон-стрит.
знаете, еще была удивлена, что наш родненький российский город Чехов в Московской области стал городом побратимом наряду с французским Виши и Вейгундом, американским городом. Кто-то здесь из русских, кажется, активничает. Пока я здесь гуляла, я, в принципе, встретила много русских. Свежий воздух потрясающе действует. Всегда хочу спать. Вот здесь хранится вино. И мне понравились такие ящички с именем и фамилией богатых семей этого, я бы сказала, поместья Саратога Спрингс. Их немного, кстати говоря. Город-курорт Саратога Спрингс находится на востоке штата Нью-Йорк, у подножия гор Адирондак, в 40 минутах от Олбани и в 3,5 часах от Нью-Йорка. Считается модным курортом с начала 19 века. Сюда приезжают, как говорится, на воды, чтобы вылечиться от различных болезней и отдохнуть. Наверное, не стоит говорить про пользу минеральных вод. Все и так знают. Россияне, например, любят ездить в Карловы Вары и Мариинские Лазни в Чехию. Чтобы лечение было веселее, в Саратога Спрингс летом проходят джаз-фестивали, приезжает Нью-Йоркский балет и другие представления. В городе 150 ресторанов высокого уровня, поэтому голодными вы точно не останетесь. В Саратога Парк есть бассейны всех размеров, минеральные источники с углекисло-щелочными и хлоридно-натриевыми водами, которые, честно говоря, на вкус мне не понравились. А также есть трейлс – маршруты для хайкинга. Еще одной достопримечательностью является озеро Саратога, куда я любила приезжать проводить закат. Саратога Спрингс считается хорошим городом для жизни – с неплохими школами для детей и средней зарплатой в 60 тысяч долларов в год.